по адресу Богородский дом 1 государственный административно-технический надзор, отдел номер 9, проводит рейд парковка на газонах. Вот у меня за спиной большая площадка, на которой много растет травы, и здесь на траве стоят более 15 автомобилей, и государственный административно-технический надзор зафиксировал это нарушение. Часть газона здесь уже уничтожена колесами автомобилей. Они стоят на большом пространстве перед домами, причем здесь оставляют и легковой транспорт, и грузовой. А уж когда сюда привозят что-либо при выполнении заказов населения, от газона практически ничего не остается. Местные жители не хотят с этим мириться, пишут жалобы. Я не согласна, чтобы машины стояли на газонах. Здесь шашлыки жарят. Наверное, какие-то значки поставить, закрыть тогда. А то, конечно, стоит, они лезут куда хотят. Сотрудники Гостехнадзора каждый раз, когда проводят рейды, стараются поговорить с нарушителями. Но, увы, не всегда находят у автовладельцев понимание. Я с вами сейчас провожу беседу о том, что вы в данный момент нарушаете закон. Это вы нарушаете. Где разграничение? Грунтовая площадка есть? Есть. В смысле? Грунтовая площадка здесь. Грунтовая площадка есть. Если стояла вот здесь машина... Как я буду отличать грунтовую площадку от этого? Где трава начинает расти. Рейд показал, что действительно данная территория является проблемной. Не зря с нее поступает многочисленное количество жалоб от жителей на то, что совершенно не осталось зелени, вся зелень уничтожена автомобилями. Ну, как мы с вами видели, здесь вся вот эта территория большая заставлена машинами. Ну, ряд машин, конечно, стоит не на траве, к ним мы не примить не можем мер. Но порядка 15 автомобилей зафиксировано, которые четко стоят на участке с зелеными насаждениями. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия. На первый раз тех, кто ставит свои автомашины на газонах, оштрафуют на 1000 рублей. Ну а если в течение года это случится повторно, штраф может подняться до 5000 рублей. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».